С вами канал Science Daily. Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту два навигационных спутника «Галилео». Запуск ракеты состоялся в пятницу 3 декабря с космодрома Куру во французской Гвиане. Аппараты «Галилео» были выведены разгонным блоком фрегат. Европейская глобальная навигационная спутниковая система «Галилео» названа в честь итальянского астронома Галилео Галилея. Всего к настоящему моменту в рамках проекта «Галилео» на околоземную орбиту выведено в общей сложности 28 спутников, включая экспериментальные и рабочие аппараты. Предыдущий запуск состоялся 25 июля 2018 года, и тогда ракета «Ариан-5» запустила 4 аппарата «Галилео». А в ближайшие два дня должен состояться пилотируемый запуск ракеты-носителя «Союз-2», в рамках которого на МКС будут доставлены двое туристов – японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йодзу Хирано, а также космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Сейчас ракета-носитель «Союз-2» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-20» установлена на стартовую площадку на космодроме Байконур. На головном обтекателе ракеты, кроме российского флага, также виден и японский флаг. Кроме того, на обтекатель нанесены логотипы Роскосмоса, компании Space Adventures и персональный логотип Юсаку Маэдзавы, составленный из букв M и Z. В ходе этой миссии, которая продлится в общей сложности 12 суток, японские туристы планируют вести съемку для своего YouTube-канала. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые интересные научно-космические новости.